сектора или пирог. Это такой способ разметки помещения, когда мы из центра помещения, условно говоря, этот план нарезаем на 45-градусные сектора. Если нас интересуют вот эти вот просто 8 секторов, север, северо-восток, восток и так далее, или нарезаем на 24-градусные сектора, если нас интересует метод 24 гор, или нарезаем на 64 сектора, если нас интересует метод 64 гексаграмм. Это сектор пирога, так называемый, который прежде всего используется для анализа внешнего окружения. То есть, если нас интересует, в каком именно секторе находится гора, которая там снаружи дома, или там опора ЛЭП, тогда вы из центра помещения, вы как бы мысленно проводите эти ограничивающие линии справа и слева, видите, что, допустим, все еще эта гора находится в северном секторе.